В этом году стены учебного заведения покидает 207 человек. Из них 51 закончил техникум с отличием. У СПТ такой результат впервые в истории. Ребята к нам уже поступают с более хорошими знаниями, с хорошими аттестатами и развиваются во время учебы. Рабочая профессия всегда была и будет востребована в любом государстве. Практически каждому предприятию нужны люди, которые умеют работать руками и могут разобраться со сложными механизмами. В том числе такие люди требуются и ядерному центру. Сейчас перед нами стоит очень большая амбициозная задача. Не только в рамках Российского федерального ядерного центра, это гражданская продукция, это был собран заказ, но и в рамках Российской Федерации. Я думаю, все знают выступления и президента, и премьер-министра. На всех уровнях говорят, что самое главное – это рабочая профессия. Техникум уделяет большое внимание не только учебной подготовке своих студентов, но и раскрытию их творческих способностей. Свои таланты выпускники продемонстрировали во время выпускного вечера. Для многих выпускников годы учебы в техникуме навсегда останутся в памяти как самое лучшее время в их жизни, которое подарило им новых друзей и дало толчок к дальнейшему развитию. Все 4 года обучения в техникуме – это как сказка, как путешествие, за которое я мало того, что стал, если не мастером, то первоклассным специалистом. Помимо этого, я нашел настоящих друзей, с которыми по жизни я уверен, что я буду дальше общаться. Хорошие теплые воспоминания, потому что очень хороший, дружный коллектив, наша группа. Хорошие преподаватели, все было на протяжении 4 лет очень было приятно ходить. То есть на учебу пары проходили очень здорово, весело, то есть есть что вспомнить. Помимо образования в техникуме я получил новых друзей, научился петь. Меня заметили разные преподаватели по вокалу. Там очень круто учиться, лучше, чем в школе. Я не хочу оттуда уходить. Приятным сюрпризом для выпускников и их родителей стало выступление творческих коллективов Центра культуры и досуга в НИЭФ. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.